Монастырский комплекс Гигард – уникальное архитектурное сооружение, со всех сторон окруженное вздымающимся вверх каменными утесами. Он стоит к северо-востоку от города Гарни, выше по течению реки Азад. Начиная с IV века, монахи и скитальцы святого Гигарда уединенно жили в этих пещерных и рукотворных скитах. Изначально монастырь назывался Айриванг, что дословно означает «пещерный» или «скальный монастырь». К сожалению, с IV века сохранились лишь архитектурные фрагменты этих скитов и часовен. И виной тому многие землетрясения и бесконечные войны. Эта церковь сооружена в XIII веке. Ее каменная часть построена князьями Иване и Закаре в 1215 году. А пещерные и скальные части сооружены во времена князей Прошьянов с 1240 по 1288 годы. С тех пор Айриванг был переименован в Святой Гигардаванг. Святой Гигард – это тот священный металлический наконечник копья, которым римский легионер пронзил на кресте Иисуса Христа. Согласно преданиям, священный Гигард принес в Армению еще апостол Фаддей, когда проповедовал христианство. Можно сказать, что в мире это единственная церковь, которая носит название Святого Копья. Гигардаванг входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет огромную ценность средневекового армянского зодчества. А с 13 по 18 века, почти 500 лет подряд, святой Гигард хранился в Гигардаванге. А с 18 века он был перевезен в святой Эчмиадзин. Гигардаванг – один из единственных монастырей, который всегда функционировал, даже в советские времена. И здесь всегда было много паломников.